В эфире «Вечерний Витебск». С вами Артур Смоляков и Иван Паюченко. Сегодня тема нашего эфира «Человек года Витебщины 2023». Всем тоже говорю добрый вечер, приветствую тебя. Действительно, в гости мы пригласили тех, кто своей работой прославляет родной край, нашу область. Это люди самых разных профессий, и врачи, и инженеры, и учителя, и работники сельхозпредприятий. Но каждый из них смог добиться высоких результатов, и мы можем ими гордиться. Яркие лидеры, на примере которых нужно учиться добиваться высоких результатов. Прямо сейчас познакомимся с представителями трудовой элиты Витебской области. У нас в гостях тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Сенинской специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва, человек года Витебщины 2023 Анатолий Леонидович Кучинский. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Анатолий Леонидович, ну расскажите нам, как начиналась ваша спортивная карьера, да, и где она начиналась, в Витебске или в Сенно? Спортивная карьера я начиналась в стенах Витебской ветеринарной академии. Ну, конечно, закалку, выносливость я приобрел в детские годы. За 5 километров приходилось ходить в школу. Был в семье старший, приходилось очень много физически работать. Все летние каникулы в колхозе работал. Последние 2 года был помощником комбайнера. И, конечно, мы в то время играли и в хоккей, и в футбол, физически занимались. В школе были хорошие преподаватели. Но в институте на первом курсе я начал заниматься боксом. Но ко мне и ходил на физкультуру. Подошел тренер и убедил меня, что с меня будет хороший борец. Так я начал заниматься вольной борьбой. Но на 3-м курсе жене нужно было поменять климат, и он уехал в Белую Церковь на Украину. Просил, чтобы я с ним уехал, обещал еще одну стипендию. Но я не мог друзей покинуть и свой вуз. И я перешел к тренеру Гигауре Равасу Дионовичу. Кстати, он тоже закончил этот вуз, мастер спорта по греко-римской вольной борьбе. Это был как отец. Мы долгие годы связаны, и по сегодняшний день много он помог чему. Но потом я служил в армии. И, конечно, не продолжал заниматься и выступать на соревнованиях. Потом на курсах БМСХ учился. Я тоже 2 сбора прошел очень сильных с чемпионатом, с чемпионами Союза. И я уже был готов к тренерской работе, перенимал опыт у хороших тренеров. Анатолий Леонидович, вот если говорить о том, сколько лет продолжалась ваша спортивная карьера, вот именно как спортсмена, да, сколько лет вы занимались борьбой, да, и, может быть, каких успехов за это время вот как спортсмен добились? Вся жизнь моя связана со спортом. Я даже мечтал еще выступить среди ветеранов и выступал один раз. Но по вольной борьбе я выполнил кандидата мастера спорта. Был на сельхозвузе СССР 1-е и 2-е места занимал, а по греко-римской выполнил мастера спорта. Было 1-е и 4-е место на чемпионате СССР среди сельских спортсменов, где я стал 2-м. То есть, в качестве спортсмена тоже достаточно серьезных успехов добились. Да, и был победителем Республики по урожаю неоднократно. Анатолий Ильич, все-таки спортивная карьера, да, и тренерская карьера, они имеют, наверное, какие-то принципиальные отличия, да, немножко разный подход, абсолютно разные вещи. В какой момент осознали, что хотите быть тренером, и что, связать свою жизнь? Любовь к тренерской работе у меня появилась в Казахстане. Я на 4-м курсе был на практике 4 месяца. И даже в 2-й день мне пришлось побороться в спортзале. Присутствовало много молодежи, и уже на следующий день ко мне гурьбой шли детки и просили, чтобы я научить их. А тяга к спорту у них была очень сильная. Вот, и мне пришлось и работать, тоже ветеринарная работа была сложная, и пришлось работать в вечернее время детьми и тренироваться. Когда я служил в Академии связи, я
тоже вплотную занялся тренерской работой. Приходилось готовить команду, выступать самому и участвовать в соревнованиях разного вида. Ну и потом, когда я уже говорил, я был учился на руководящих кадрах, я занимался и тренерской работой, и передавал опыт. И я уже готовился стать тренером. То есть я понимаю правильно, да, если где-то, где вы учились, там обязательно есть ваши ученики, потому что ваша учеба непосредственно была связана с тем, что вы там еще преподавали, да, в качестве тренера. Но похвастайтесь, может быть, успехами своих спортсменов, учитывая, сколько у вас их было и есть сейчас. У меня ученик Кожарский Максим, который на Олимпийских играх среди вооруженных сил был третьим. И когда он приехал, я стал крестным отцом у него. Третьим был на Кубке мира. Пятое место неоднократно занимал на чемпионатах Европы и мира. Был неоднократный победитель чемпионата Республики Беларусь. Пятыми местами были Янковский Леонид, Цуран Евгений, Губаревич Николай, Кацер Артем и другие. Я так понимаю, что вся ваша тренерская карьера, она прошла, наверное, в Сино, да, если я не ошибаюсь. Да. Вот насколько, может быть, достойные условия работы с детьми созданы в райцентре, да, там, где вы тренируете ребят? В районе уделяется большое внимание развитию виду спорта. У нас создана хорошая база. Это у нас тоже сейчас хороший спортзал, оборудован все. Есть все необходимое, созданы все условия. Желание есть тренировать в таком зале. Большое внимание уделяется нам, лично председателем райисполкома Сенинска, Макаровичем Олегом Аркадьевичем, председателем спорткомитета, директором спортивной школы. Много ребят к вам сегодня ходит на занятия, может быть, ну вот об успехах ваших спортсменов мы уже немножко сказали, да, но вот насколько активно к вам сегодня идет молодежь? Молодежь идет к нам очень активно, в настоящее время у нас, мы тренируем с Рыбченком Анатолием Федоровичем, у нас более 60 ребят ходит, дети с удовольствием проходят, у нас есть группа, которую мы еще не включили, ну, они в течение года подходят. Среди них лучше это Ворону, Даниил Жару, Даниил Гордецкий Петр, Гордецкий Григорий, Сухвал Стас, Крыньков Иван, Небокаткин Никита, Мурашко Дмитрий и Маковский Арсений. Ну, три человека у нас учатся в училищах Олимпийского резерва. Есть три человека, которые в высших спортивных заведениях учатся. Ну, я уже сказал, что молодежь идет активно в секцию, хотя есть такой вопрос. У нас детей с каждым годом уменьшается, и много уезжает родителей в города. Получают квартиры и уезжают. И, конечно, 2-3 года тренируешь, и лучше люди уходят от нас. Вот такой вопрос есть. А скажите, как вы отбираете себе воспитанников, которым будете заниматься? Или у вас нет четких критериев, вы всем даете шансы, дальше уже видно, из кого получится спортсмен? Мы даем всем шансы. Кто к нам приходит, мы занимаемся. И в жизни не так получается, что он проходит сильный, а иногда слабенькие, которые регулярно занимаются, еще становятся сильнее. А потом, наоборот, уходят с секций. Анатолий Леонидович, а вот если говорить, может быть, о ваших успехах за последние годы, может быть, в прошлом году добились каких-то серьезных результатов со своими воспитанниками, где-то выступали на серьезных соревнованиях? Если отвечать на этот вопрос, я хочу начать. У меня работа, основная была работа, это главный витраж района. Борьба была это хобби. И за 4 года моей работы, я когда приехал на 41-ю спартакиаду школьнику, с 11 весовых категорий было 8 человек. И были призеры. Чемпионат республики состоялся в Витебске. И среди них был чемпион республики и 3 призера. Это без училища, которое лично у нас занималось. И не могу не вспомнить 86-й год. Участнику, когда Кожарский
и Янковский стали чемпионами республики, три призера, которые тоже хотели училища. Ну, у нас только два взяли училище Олимпийского резерва. Угу. Вот. И, к примеру, можно проводить их очень много. Анатолий Леонидович, ну вот все-таки звание «Человек года Витебщины» 2023 вы удостоены, получается, за свое хобби, за работу именно с борцами молодыми. Да? Вот давайте, может быть, расскажем о том, ожидали ли вы вообще, что вот такой чести вас могут удостоить по результатам работы, ну, наверное, в прошлом году в том числе. Это, несомненно, стало знаковым событием, возможностью для меня продемонстрировать ученикам победу на личном примере. Утверждать, что ты именно тот человек, который достоин победы, чересчур самонадеянно. Я не говорил, что должен победить или стать человеком года, но мне это хотелось. Хочу сказать всем большое спасибо, что выдвинули мою кандидатуру, ну, и присвоили мне такое высокое звание «Человек года Витебщины». Что запомнилось на самой церемонии? Насколько приятно было находиться в этом зале? Вот какие впечатления получили? Саму атмосферу мероприятия можно назвать очень гармонической. Все прошло хоть торжественной, но достаточно теплой атмосферы. Отрадно было наблюдать, что как у организатора мероприятия, так и обладатели почетного звания «Человек года Витебщины» были разные профессии, разный возраст, разные взгляды на многие вещи, но было одно общее – это любовь к делу, любовь к своей Витебской области, любовь к родине, любовь к Беларуси. Знаете, мы видим, конечно, как трепетно вы относитесь к тому званию, которому присуждено, как вы, конечно, волнуетесь, говоря о таком, в общем-то, важном и в жизни, наверное, каждого человека присуждении звания «Человек года» целого региона. Это такое событие, которое, конечно, не может никого оставить равнодушным. И мы просто хотим пожелать, чтобы ваших воспитанников все получалось. Вот все те, кому вы даете шанс, чтобы они оправдывали эти надежды, чтобы они прикладывали усилия, а те условия, которые есть, они просто вам вместе помогали с ними добиваться самых высоких результатов. Да, спасибо вам большое. Мы поздравляем с тем успехом вас, которого вы добились, наверное, по итогам прошлого года. Да, и, конечно же, желаем новых достижений с вашими воспитанниками, может быть, на вашем основном поприще. Спасибо за то, что пришли к нам сегодня в гости. Прямо сейчас посмотрим рубрику «Афиша» и продолжим нашу беседу. В художественном музее открыта выставка Ивана Хремчик «Мастер эпоха. Люди» к 120-летию со дня рождения народного художника БССР. Для портретов Ивана Осиповича характерна передача внутреннего эмоционального состояния портретируемого, глубина его характера. В пейзажах отображена лирическая красота белорусской природы. В Витебской областной библиотеке выставка «Котов сувениров со всего мира». Путешественник и преподаватель Дмитрий Рыжик собрал около 1000 нарисованных, выструганных, выпиленных, отлитых котов более чем из 60 стран мира. Первые сувениры коллекционер приобрел в Черногории в городе Котор. Это город котов. Тогда у него и родилась идея привозить кота-сувениры из своих путешествий. Витебский областный краязнавчий музей пропонує выставу ручнікоў і постілак Матуліны Кросны з музейных фондаў. У апошнія дзесяцігоддзі, дзякуючы павелічэнню цікавасці да нацыянальнай культуры і гісторыі, у тым ліку да народных традыцый, святаў і абрадаў, набывае актуальнасць дэманстрацыя калекцыі ручнікоў элементаў народнага касцюма як неад'емных элементаў традыцыйнай беларускай культуры. Гастролі Магілёўскага абласнога тэатра драмы і камедыі «Бабруйска». На сцэне драм-тэатра пакажуць фарс «Наследнікі Рабурдэна». Французскі пісьменнік Эміль Золя – першы раманіст, які стварыў серыю кніг, якая стала энцыклапедыяй жыцця французскага грамадства эпохі Другой імперыі. «Наследнік Рабурдэна» – адзіны фарс Золя, які раскрывае тыя ж актуальныя праблемы, што яго раманы. Сюжэтная лінія, грошы, спадчына сваякі вельмі распаўсюджаная і актуальная сёння.
эфире «Вечерний Витебск». Сегодня мы знакомимся с лауреатами звания «Человек года Витебщины 2023». И прямо сейчас у нас в гостях водитель автомобиля участка пригородных, междугородних, международных и заказных перевозок колонны автомобильной предприятия «Витебск облавтотранс», «Человек года Витебщины 2023» Александр Владимирович Однорогий. Здравствуйте. Добрый вечер. Александр Владимирович, ну расскажите, какой у вас водительский стаж, сколько лет уже за рулем? 35 лет уже непосредственно на одном рабочем предприятии работаю с 88 года. Скажите, а можно как-то посчитать за это время, сколько километров всего в вашей карьере? Это ну, же сложно учет. Сказать. Ну, тысячи километров. Это я не могу посчитать, и никто не посчитает. Но, конечно, срок большой, и километров очень много. Слушайте, ну вот а тяга к автомобилям, она у вас как-то с детства появилась, проявилась? Может быть, отцу в детстве помогали ремонтировать «Москвич» или «Запорожец»? Как так получилось, что вот прикипели, скажем так, к автомобилям? Да. У отца был автомобиль свой личный. Я с детства помогал ему, и научил он меня ездить. С ним все как бы, ну, все от этого и пошло. Потом учился в Демидовском совхозе техникуме на механика. Тоже на практике работал в совхозе водителем. Стажировался в армии, был тоже водителем. Ну и прошел сразу, отучился на D-категорию. И понравился мне автобус. Ну и вот до сих пор работаю. Слушайте, ну вы так как-то легко об этом рассказываете, быстро. Мне вот интересно, может быть, что запомнилось с детства? Ну, наверное, помните свою первую поездку вместе с отцом в автомобиле, первую поездку за рулем. Вот расскажите нам подробно, как это было, какие эмоции были? Ну, все как-то случилось. Хотел, не хотел, сел попробовать проехать. Ну, понравилось. Ну, и поехал. Потихонечку тяга эта вся к рулю и осталась с детства и до сих пор. А какой автомобиль у отца был? Помните? «Москвич». «Москвич». Я, получается, попал в цель. Да. По тем временам «Москвич». Ну, все-таки наш отечественный автопром знаменит тем, что довольно часто его приходится ремонтировать. Вот отец часто, скажем так, ремонтировал свой автомобиль. Может быть, вы ему помогали тоже в этом процессе? Или все-таки профессия автослесаря, автомеханика и водителя, ну, они не близки друг другу? Они близки, потому что без ремонта машина ходить не будет. Ремонтировать ее нужно и обслуживать. Поэтому приходилось и ездить, и помогать отцу, и вдвоем, и что делали, что как получалось. А можно сказать, что сегодня вот вы ну, с автомобилем на «ты» в том плане, что ну, знаете каждый винтик, каждый болтик, или ремонтировать самому приходится сегодня нечасто автомобиль? Ну, приходится и самому, есть и автомастерская, но сейчас автомобили намного сложнее, чем те советские. Сейчас все электроника, компьютер. Что по возможности делаем сами, а что и подключаем к компьютеру, чтобы что-то нам определить, какую-то неисправность. Потому что время поменялось, автомобили пришли уже сейчас намного комфортнее, ну и намного они посложнее в обслуживании. И вот вы пришли в Витебск облавтотранс, ну тогда он, наверное, по-другому назывался, да? Тогда назывался автобусный парк. Автобусный парк. Вы пришли в автобусный парк, и какое было ваше транспортное средство первым там? Первым был ЛАЗ. Старенький украинский ЛАЗ, на нем начинал. А на тот момент у вас уже был, ну, какой-то, может быть, собственный автомобиль? Ну, собственный был, а отцова машина была. Ага, то есть вы ездили на машине отца. Пока а первый рабочий — это уже ЛАЗ. Да. Ну, пока. Свой первый рабочий рейс, день, да, может первый быть, рейс куда? Помните. Ну, первый рейс я сейчас не помню, сейчас это было 30 лет назад. Ну, какие были впечатления? Ну, куда-то ездил. Ну, какое впечатление? Интересно, все интересно. Ну, на тот момент вы на автобусе опыта езды еще не было? Ну, как бы, да, такого не было. Ну, потихоньку научился. Но я так думаю, что все равно представляли, наверное, да, куда идете на работу, ну, конечно, как ездить. Конечно, конечно. Все представлял, все мне все интересно было. И до сих пор я интересуюсь. Я общаюсь с пассажирами, с людьми. Мне как бы, ну, работа мне моя нравится. Я... Послушайте, общаюсь. Там на любом автобусе написано: не отвлекайте водителя во время движения. А во время движения мы не отвлекаемся. А когда вы успеваете с ними пообщаться? А я же работаю еще и с билетами. Мне же нужно человека обилетить. А, то есть это происходит до начала рейса, до поездки. Конечно, все
на остановочке, все как надо, как положено. Вот мы вас представили как водителя участка пригородных, междугородних, международных маршрутов. Да. А на каких направлениях вам вот лично нравится больше работать? Там, где дольше переезды, или там, где чаще остановки, или международные тоже маршруты в вашей карьере были, может быть, есть и сейчас? Что вот вам лично больше, от чего получаете удовольствие? Ну, удовольствие как бы получаю от работы, а есть рейсы и дальние, есть и здесь по местности обслуживаем, и международные, смоленские ездим вот в Россию. Ну, были, когда границы открыты, и возили на отдыхающих на моря. И сейчас тут как бы по республике, ну, если есть какие заказы, ездим и на Санкт-Петербург, и в Москву возим заказные. А как часто вот вы выполняете рейсы? То есть, ну вот интересен ваш график, да? То есть, если вы, допустим, едете куда-то в международный рейс, отправляетесь, то есть, ну это же не один, бывает не два, не три дня. Ну, как бы мы в рейсе рейсом едем утром туда и стоим там, возвращаемся вечером назад. Ну, а если заказные, смотря как кто заказывает. Бывает и с ночлегом, бывает однодневки, там это все от заказчика зависит. Выходные-то у вас бывают вообще? Бывают. Но в основном среди недели такой график скользящий. Больше упор на работу на выходные дни, то есть суббота-воскресенье обычно заказывают нас куда-нибудь. А это правда, что водителя автобуса, его автобус оборудован всем, чтобы в нем можно было водителю жить какое-то время? Ну, я знаю, там есть такая потайная комната, где, есть, в отличие от других пассажиров, вы можете, что называется, ну, вот, вытянуть ноги, отдохнуть. Есть спальное место оборудованное. Спальное место, да. Оборудованное спальное место. Мы когда вдвоем едем куда-то, один отдыхает водитель, один едет. Например, если какие ночные переезды, потом меняемся. Проходит по 4,5 часа, не более 4,5 часов, значит, нам водитель должен меняться. Ну, я не знаю, как это, но мне кажется, это может быть не совсем удобно, не совсем комфортно. К этому привыкаешь или наоборот в этом есть, не знаю, какая-то романтика, может быть? Ну, такая? И романтика, и привычка. Уже привычка есть такая, что спишь, автобус едет. То есть сегодня можно сказать, что автобус является для вас вторым домом, да? Да, да, можно так сказать. Можно так сказать. Хорошо. Расскажите, как вы считаете сами, вот насколько сложная у вас работа? Ну, работа вообще водителя сложная, а второе, что сложная работа, работа с людьми. Понимаете, каждый человек, и каждый, у каждого свой характер. И с каждым надо как-то пообщаться, чтобы он остался доволен поездкой. Ну, стараемся, стараемся, чтобы как бы все залаживать. Таких конфликтов, ситуаций не было, но все стараемся, чтобы было в рамках. Ну вот вы с каждым пассажиром можете найти общий язык? Или бывали какие-то случаи, инциденты, может быть? Ну, инцидентов не было, но я думаю, за столько лет работы, я думаю, наверное, любой пассажир, если бы какие-то были инциденты, здесь бы я не сидел. Это правда. Слушайте, а давайте так, вот что раздражает водителя автобуса в пассажирах. Вот сейчас мы можем донести эту мысль. Ну, не знаю, например, то, что едят и много крошек остается. Или, может быть, есть еще что-то, громко о чем мы не догадываемся, а на самом деле это действительно мешает водителю, или это нарушает правила. И часто это происходит, а люди про это не знают. Ну, конечно, когда пассажир себя ведет неадекватно, конечно, приходится когда-нибудь и делать замечание. Потому что, ну разные пассажиры. Разные, конечно, пассажиры, ну, неадекватно, да, в вашем понимании. Ну, громко разговаривает, например, шумит. Там, шумит там, ходит, да, по салону. Да, ходит по салону ходить нельзя вообще. Ну, приходится когда-нибудь и утихомиривать. Ну, так, словесно. Слушайте, ну вот... Не приходилось обращаться там в органы внутренних дел, чтобы это все утихомирить. Ну, что еще мешает? Может, там, не знаю, сумки, багаж большой тащат? Ну, для багажей у нас есть отдельное багажное. Ну, то есть это тоже в этом проблем нет. Да. Я просто пытаюсь понять, как нам сделать так, чтобы ваша работа была еще комфортнее. Я довольно часто пользуюсь автобусами. И просто хочу, чтобы было всем было комфортно, всем не только пассажирам, мне, но и вам, но в том числе. Ну, как бы автобус комфортный. Приходите, пожалуйста, там все работает. Кондиционер, подзарядка телефонов.
отопите салона. Ну, то есть все, которые вы хотите, в автобусе все есть. Слушайте, ну вот если я вас могу, пожалуйста, всему показать, и как бы все для этого есть. Насколько, скажем так, нынешние автобусы, в которых вам приходится работать, да, сегодня, на которых вы ездите на дальние расстояния, отличаются от тех, на которых приходилось работать еще там в 90-е годы, скажем так? Ну, это небо и земля. Большой ли контраст? Конечно. Сейчас, сегодняшние на данный момент автобусы комфортные, комфортабельные. И те, которые были в 90-х годах, там просто автобус был. А сейчас все условия. Я же говорю, и кондиционер, и отопитель, и подзаряд телефонов. То есть, ну, туалет, пожалуйста, все телевизор. Если экскурсовод какой-то, микрофон, пожалуйста, все объявления можно сделать. То есть, все, не надо там ничего кричать, сказал микрофон, и все слышно. То есть просто к этому ко всему надо относиться бережно, с уважением. Этого будет достаточно для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо на работе. Конечно. А вы знаете, я обращал внимание на то, что водители автобусов, есть такой жест, когда едет какой-то встречный автобус, вы просто поднимаете руку, как-то приветствуете. Это не значит, что вы знаете этого водителя. Нет, мы просто приветствуем водителя автобуса. Просто потому, что он тоже водитель автобуса. Да, просто потому, что у нас это коллега, да, поэтому мы приветствуем. Я его, может, и ни разу не видел, и больше не увижу где-нибудь, если далеко. Едешь. Просто приветствуем, здороваемся. У нас такие жесты. Слушайте, ну вот мы заговорили о 90-х годах. Я помню, как мы с семьей путешествовали, тоже на юг ездили в автобусах. И вот Иван задал вопрос о том, ну, как сделать жизнь водителя и его работу комфортнее, да, то есть как вести себя нужно пассажирам. Но в 90-е годы пассажиров отвлекали показом видеофильмов, да, в салоне, то есть был видеомагнитофон, можно было посмотреть какие-то новинки. Вот сейчас, вот что применяется в автобусах для того, чтобы, ну, некомфортнее сделать времяпрепровождение пассажиров, но вот как-то их развлечь, да, то есть это просто радио или что, потому что я вот в последнее время, сколько ездил на автобусах, не замечал видеомагнитофонов. Ну, слава богу, они уже как-то отошли, наверное. Да, ну, возможно, там... Какие-то сейчас есть новые варианты? Ну, как бы аудиозапись, видео в автобусе есть. На дальние расстояния, по ночью, конечно, мы не включаем, а когда передвигаемся днем, вот со старшим решаем как бы включить, включаем и видео, и какие фильмы там, или если детей везем, мультфильмы какие-нибудь ставим, чтобы детей отвлечь. Ну, а если какие экскурсоводы и едет, значит, он ведет программу, она сидит впереди с микрофоном, она все рассказывает. То есть, ну, проблем с этим нет. Я так понимаю, что вы послушали уже не один десяток экскурсий, сами можете это все рассказывать. А какая из ваших поездок была, может быть, мы просили вас вспомнить первую, ну, говорите, что это было так давно, что, да, сложно вспомнить, но какая из вообще за всю вашу карьеру была запоминающейся, необычной, но, может быть, трудной? Ой, даже не могу сказать. Она вся работа трудная. Ну, мне такого сильно я даже не могу сказать. Ну, все в рабочей обстановке. Ну, а были какие-то ситуации, может быть, в дороге, когда, скажем так, ну, колесо пробили, да, еще что-то. Вот какие-то инциденты, которые... Вы повлиять не можете? Ну. Да, ну вот это происходит. Слава богу, такого не было. Мы транспорт готовим перед тем, как куда-то ехать, мы его тщательно готовим. И в дороге у нас такого как бы колеса и все сплюнуть. За всю вашу карьеру? За все такого не было. Нет. Только если там дозаправка, какая санитарная остановочка, там все, то есть по регламенту. Такого как бы технического... Ну, не было. Ну, и чтобы их и не было. Ну, наверное, да, мы пожелаем, чтобы такого, конечно, не случалось. Да, потому что... Вот, но вот за время вашей работы на предприятии Витебского облавтотранс вы, наверное, исколесили всю Витебскую область. Ой, да, все. От и до. Вот можно сегодня сказать о том, что, ну, вот всю карту, да, нашего региона знаете от А до Я, каждую дорогу, каждую деревню, не заблудитесь точно? Нет, все эти дороги я все знаю без навигатора. Еду по памяти. С вами нигде не потеряешься. Ну, я думаю, да. Приходите, проедем, посмотрите. Слушайте, убедитесь. Я не удивлюсь, если после этой программы будут звонить люди и спрашивать, на каком вы рейсе, чтобы выбрать именно, может быть, его.
Хорошо, но это про витебские дороги. А так, если куда-то нужно поехать, может быть, незнакомое место, это «Атлас» или «Навигатор»? Ну, сейчас «Навигатор». «Атлас» уже это уже прошлый век. Прошлый век. Ну, где-нибудь, куда едем далеко, к примеру, там по Москве, конечно, включаю «Навигатор», потому что там можно... Заблудиться. Да, ну, там даже опытные водители. Там столько развязок. Там сейчас это как отдельная республика. Все, ну, на Питер, то по Питеру, по «Навигатору», потому что так... Так все, ну нельзя все дороги охватить и помнить. Знаю, там столько всего, что даже навигатор когда-нибудь и то подтупливает. Александр Владимирович, ну опыт у вас огромный, да, в вашей работе. И вот ну, его оценили по достоинству по итогам прошлого года. Вы стали лауреатом звания «Человек года Витебщины». Вот насколько, может быть, ожидали, да, что такое может с вами произойти, насколько это приятно? Ну, я вообще и не ожидал, и не планировал. Я просто работал, ну, как сказать, добросовестно исполнял свои обязанности. Я про это я даже и не думал, что такое может когда-то случиться. Ну, это приятно. Это, конечно, приятно. Это без слов приятно. Какие эмоции были, как узнали? Ну, как узнали, вот мне сказали руководство, что мы выдвигаем. Я говорю, ну, выдвигайте, значит, если считаете нужным. Я как бы просто исполнял свою работу добросовестно. Ну, поделитесь вашими впечатлениями, были на церемонии, как все проходило, насколько приятно было подниматься на сцену. Вот у вас медаль, мы видим, которую вам вручили. Ну, конечно, все приятно, все торжественно, все аккуратненько, все, то есть по регламенту, все было идеально сделано. Все как по нотам. Как по расписанию. Как по расписанию. Приятно, конечно, постоять с губернатором, подержаться за руку. И когда поздравления, все, конечно, торжественно, все это приятно было. Ну, а как на работе вот отнеслись к вашему такому успеху? Ну, как бы все довольны, что вот... Уважение в коллективе стало еще больше. Конечно, конечно. Вы знаете, у нас есть еще пару минут, которые... у меня есть два вопроса к вам. Первый. Вы знаете, сейчас будет лето, мы вот-вот, уже будет тепло, и начнется у пассажиров обязательно спор. Одни будут говорить «откройте форточку», а другие будут говорить «закройте форточку», потому что одним душно, а другим дует. Как правильно поступить в этой ситуации? Вот как мудрый человек с 35-летним опытом водителя автобуса? Смотрите, все зависит от температуры. Я сам вижу... Когда мне включать кондиционер, когда включать печки в салоне. Вот сейчас, на данный момент, конечно, нужно отопление включать. А когда будет уже плюс, там, примерно 15 и выше, то мне нужно включать кондиционер. Потому что форточек у меня нет, только или кондиционер, или отопление. Слушайте, ну часто... Хорошо, это решает проблему. Если нет форточек, то все решает водитель. Часто еще, вот Иван сказал о летнем сезоне, да, часто происходят такие ситуации в салоне маршрутных такси, в салоне автобусов, когда кто-то пытается открыть люк для того, чтобы стало еще более свежо в салоне. И, как правило, у людей не получается. И я часто становился свидетелем такой ситуации, когда водитель останавливался... Ну, не, скажем, не ругался, да, но выражал свое недовольство, сам заходил в салон и помогал и показывал, как надо. Показывал, как надо это делать, да. Вот часто ли с вами такие ситуации происходят? И расскажите вы уже нам, наконец, как надо. Ну, и такое бывает, что люди просто не знают, хотят открыть, а просто не знают. Приходится останавливаться и помогать, показывать, как, чтобы и ничего не поломали, и себе не наводили, и автобус не поломали. Приходится такое когда-нибудь. Ну, в основном это автобусы, которые не оборудованы кондиционерами обычно, а у которых есть кондиционер, он как бы люк должен быть закрыт. Угу. Вот. Ну, да, необходимость люки в такой ситуации небольшая. Ну и вот еще один вопрос, который мы вам зададим. Из нашего разговора с вами я понял, что водители – люди суеверные, и вы, наверное, тоже. Ну, потому что такая работа, такая вот специфика, может быть. Как бы на всякий случай, да, чтобы вот что-то... Есть ли какое-то пожелание, какой-то ритуал, который говорят всем водителям перед отправлением? То есть, ну, доброго пути, или, может быть, у вас есть что-то свое, что вот вы говорите коллегам или вам говорят? Ну, как бы суеверия такого нет. Ну, если все нормально, дома нормально, тебе отправляют дорогу хорошо, если на работе все как бы, ну, без нервов, то и оно, и дорога тогда будет приятная, и без, как бы, без казусов. Без специальных пожеланий, без специальных пожеланий. Ну, обычно счастливой дороги. Счастливой дороги. Да. Ну, остается только
пожелать, наверное, вам, чтобы каждая ваша дорога, каждая ваша поездка была приятной, без казусов, без инцидентов. Ну и успехов вам в вашей работе, конечно же. Спасибо за то, что пришли к нам сегодня в гости. Вот у Ивана последний, да, наверное, и вопрос. Я должен сейчас еще выполнить одну почетную миссию, раз мы уже заговорили о транспортных средствах. Конечно, автобус — это все очень хорошо, но зрители, которые смотрят нашу программу, смотрят ее регулярно, знают, что нашей программе в 2024 году исполняется 10 лет. И мы придумали классную акцию для наших телезрителей, чтобы они могли поучаствовать и выиграть один из наших призов. Вот в январе мы разыгрывали электрокамин, в феврале мы разыгрывали велосипед, да, как бы про транспортные средства. Но сейчас у нас середина марта. Автобус разыгрывать не будем? Автобус мы разыгрывать не будем, мы разыгрываем теплицу. Очень нужная вещь, на самом деле, как оказалось для дачников. И что нужно делать для того, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше? Нужно смотреть «Вечерний Витебск» и собирать счастливые слова. Сегодня счастливое слово — «зреть». Вот запишите, запомните это слово, в конце месяца оно пригодится вам, когда вы будете составлять ваш рассказ. Нужно будет составить рассказ, используя все счастливые слова месяца, прислать его нам, и среди авторов этих рассказов мы разыграем ту самую теплицу. Стоит вот у нас такая красивая, большая, кому-то она достанется. Спасибо большое, что пришли, и сейчас у нас есть возможность посмотреть, да, большой сюжет. Да, нам остается попрощаться с Александром Владимировичем здесь, в нашей студии, но у нас также есть возможность посмотреть сюжет о нашем сегодняшнем госте. Давайте прямо сейчас его посмотрим, о его работе, ну и продолжим нашу беседу здесь, в студии. Не переключайтесь. Традиційний огляд автобуса перед рейсом. Техніка у парадку. Водитель підрихтований завжди. Олександр Однорогий за рулем з 1988 года. Починав на пригородних маршрутах. За більш як 3,5 десятки годов стажу доводилося перевозити пасажирів і по Вітебську, і по області, і по країні, і за яє межі. Рейси бувають Смоленськ, і Браслави, і Мінськ, і які закази, і в Москву їздили, і Санкт-Петербург їздили, і їздили в Затоку. И ездили в Краснодар, когда была туда открыта граница, возили отдыхающих. Ну, как бы, мне больше нравятся дальние поездки. Яго МАЗ на 47 месяцев. Водителю пассажирского транспорта треба быть подкованным технично, ведать свой автобус, быть пунктуальным, вытриманным и ветливым, незалежно от ситуаций, какие могут возникнуть у дороги. Памятать, несешь отказность за своих пассажиров. Александру Однорогому доручают важные рейсы. Он возил гостей других европейских гульнев у столицы. И самое дорогое – детей. Знаю его еще юного начинающего водителя, который еще работал на ЛАДе. Александр Владимирович всегда относится к поставленной задаче ответственно и никогда не имеет нареканий ни от пассажира, ни от руководства. Хотелось бы сказать, что нисколько не преуменьшаю заслуги Александра Владимировича, что это все-таки в какой-то мере и заслуга коллектива в целом, той команды, которая готовит автобус к выезду на линию. И как итог мы видим, что работа получается, работа слаженная. Задано своеобразное высокое звание, высокий уровень. Нам сейчас надо держаться этой планки. Александр Владимирович усмехается. Не у костюме с гальштуком, ем не каждый день. Специально для здымок. Але это не перешкодило герою сюжета прийти на допомогу нашей здымочной группе. Не раздумываючи, вышел подштурхнуть за храслую снизи автомобиль и допомог вырулить. Навод зробить видео не поспели. Взаимовыручка – великая справа на дорозе. Я люблю свою работу, очень ей дорожу. Она мне очень нравится. Мне нравится все. Автобус, пассажиры, дорога, все смотреть. Я интересуюсь всеми, что происходит на дороге. Смотрю за машинами, которые идут, кто едет. Мне это все интересно. Я такой человек общительный. У выходные водитель-международник отпочивает на даче, любит природу. Дома надежный тыл, чакают жонка, дочка и внучка. За рулем он спокойный и упевненный. С таким водителем любая вандровка комфортная и приемная.
В эфире «Вечерний Витебск». Сегодня мы знакомимся с лауреатами звания «Человек года Витебщины 2023». И сейчас у нас в гостях начальник службы режимов газоснабжения и учета расхода газа предприятия «Витебскоблгаз» Василий Петрович Шатко. Здравствуйте. Здравствуйте. Василий Петрович, ну расскажите, во-первых, где учат работе с режимами газоснабжения, вот, и ну, где вот все ваши знания, навыки вы получали? Ну, режимом газоснабжения, наверное, нигде не учат. Так просто называется наша служба, режимом газоснабжения учета расхода газа. Это одно из подразделений нашего большого дружного коллектива «Витебскоблгаз». На нем работают, вы знаете, профессионалы, в том числе и в этой службе. Считается, что это сердце нашего предприятия, и поэтому оно занимает важное место в его работе. Научиться и этой работой приходится постепенно, проходя определенные ступени. И в конце человек, который становится там диспетчером службы, либо начальником службы, он должен определенными навыками обладать. Это годы работы и знания, полученные на других участках работы. То есть всему, что вы умеете, вы учились уже на предприятии, да? Совершенно верно. Потому что я-то сам по образованию инженер-электронщик, закончил Московский энергетический институт, уже 27 лет пришел сюда на работу, как вот будет в этом году. И основным вот этим знаниями режима газоснабжения, учетом расхода газа, пришлось учиться самостоятельно именно на рабочем месте. То есть я правильно понимаю, что от того, как вы посчитаете, как вы спланируете, как вы спрогнозируете ситуацию, будет понятно, сколько газа надо нашему региону, да? Чтобы не осталось лишнего, но чтобы и хватило этого. То есть на самом деле это такие сложные расчеты в первую очередь? Ну, в первую очередь, да. Газ — это природный газ, добывается из недр, да? Чтобы дойти до нашей республики, он проходит путь 4-5 суток с Российской Федерации. Естественно, от правильного планирования этих объемов зависит в целом ситуация в газопроводах и области, и республики. Но, учитывая опыт работы вот этой службы, мы уже научились прогнозировать, ведь ничего резкого не происходит на самом деле. Естественно, есть неравномерность зима, лето, утро, вечер, когда потребление газа то ли увеличивается, то ли уменьшается. Но, естественно, от нашей работы зависит многое, в том числе и безопасность и комфорт наших граждан. Но газ в основном потребляют, ну вот, да, домохозяйство, дома, это газовые плиты, или газ же еще используется, наверное, да, где-то для отопления в промышленности? Да, совершенно верно. Основной источник — это промышленность и наша энергетика. Объемы потребления, например, по республике, да и по нашей области — таковы, что всего лишь население потребляет от 5 до 10% в год. Если в цифрах, это 100 миллионов кубометров газа. А в целом наша область, наша Витебская область в прошлом году потребила 3,5 миллиарда. Видите, какая разница? Это звучит даже много, а как это представить себе? Совершенно верно. Газ, объем газа. Но жизнь наших граждан без природного газа уже немыслима. Поэтому, естественно, вся наша работа нацелена, чтобы природный газ получили все больше и больше домовладений, чтобы им было комфортно и приготовить пищу на газовых плитах и отопить свои домовладения. Василий Петрович, ну, работа у вас сложная, мы в этом нисколько не сомневаемся. Расскажите, как проходит ваш рабочий день? Вот чем приходится заниматься? Ну, в первую очередь, наша служба – это служба круглосуточная, 24/7. Мои диспетчера следят за… Их у меня 5 подчинений. Они следят круглосуточно за режимом газоснабжения. Я, как начальник службы, организовываю эту работу. Но у нас в оперативном подчинении находятся все аварийно-диспетчерские службы, все службы одного окна, абонентские службы, которые работают непосредственно с населением во всех районных центрах нашей области. Поэтому такое вот взаимодействие с нашими структурными подразделениями – это один из направлений работы. Кроме того, служба очень важна, работа службы направлена на обеспечение ремонтных работ. Ведь газ не появляется, да, из земли Витебской области, он нам доставляется нашим основным поставщиком «Газпромтрансгаз Беларусь», поэтому некоторая, точнее большая часть работы связана с обеспечением его учета
и контроля за его параметрами, как-то давление, расход, состав газа. Это тоже наше направление. Так и проходит рабочий день. То есть, ну, например, вот мой. Ну, такая вот. Сколько специалистов, ну, плюс-минус работают под вашим руководством, да? Ну, непосредственно подчинение, как я сказал, ну, у меня 7 здесь в Витебске, в центральной диспетчерской. Под оперативным управлением по области, ну, более 200, наверное, человек. А сколько лет вы уже трудитесь на предприятии? На предприятии с 96 года, вот 27 полных лет, а в должности 25 лет начальником службы режима газоснабжения. То есть вот уже срок. И работа, наверное, круглосуточная, да? Не бывает такого, что в там, 17.00 вы выключаете телефон и говорите, ну, встретимся завтра, коллеги, обсудим, где не хватает газа. Да, нет, конечно. Естественно, работа все время на связи, дежурство, понимаете, да. Ну, кроме того, что те, которые работают, персонал мой и так круглосуточный, мы все время на связи, на 24/7, все верно. Ну вот, чтобы выполнять ваши задачи четко и слаженно, тут нужна отлаженная система, ведь это, наверное, так. Я так понимаю, что сегодня вы справляетесь со своими задачами достаточно быстро и оперативно, но за 25 лет опыт уже колоссальный. Вот насколько четко выстроена эта работа? Ну, да, для этого у нас есть инструментарий. Если раньше, когда я пришел, у нас был один компьютер на всех и калькулятор, чтобы посчитать газ, то сейчас это большие, очень мощные информационные комплексы, программные, технические. Расход газа в онлайне, то есть со всех наших газораспределительных станций расход стекается сюда. Крупные потребители охвачены системой телеметрии. Все объекты по безопасности, это наши газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, они все телемеханизированы и охвачены телеметрией. Этот инструмент, конечно, который создан, кстати, силами нашего филиала ПО «ЭТИГАЗ» в большинстве своем, да и нашими всеми техническими специалистами, и позволяет уверенно контролировать эти режимы. Ну и за всеми этими режимами, за всей этой работой следите вы? Да, как начальник службы, это непосредственно моя задача. Я так понимаю, что за 25 лет сбоев никаких, наверное, не было. И в том числе, вот благодаря вашей слаженной работе, в прошлом году, по результатам работы, в прошлом году вы удостоились звания Человек года Витебщины. Давайте, может быть, расскажем о том, как вы узнали, как отреагировали вот на эту новость. Ну, отреагировал, конечно, очень так было приятно. Генеральный директор Александр Васильевич встретил в коридоре и говорит, ну, Василий Петрович, тут есть мнение вас почествовать. Я говорю, большое спасибо. Потом, когда уже действительно пришло вот это звание, на самом деле было приятно. Награда за этот труд очень высокая. Я очень доволен и счастлив. Чем запомнилась церемония награждения? Насколько приятно было там присутствовать? Ой, очень волнительно, честно признаться. Филармония, она проходила вот недавно совсем. Конечно, было волнение, было одновременно чувство такое приподнятости. Приятно выходить на сцену, получить эту награду, диплом. Пожал руку наш губернатор Александр Михайлович, сказал, конечно, как тут без Ублгаза не обошлось. Было очень приятно, на самом деле. Это дает некий стимул двигаться дальше, чему-то еще учиться, потому что, ну, вы всего уже доказали столько лет профессии, и есть этому подтверждение. В общем-то, можно дальше как-то почивать на лаврах и все, и получать удовольствие от того, что имеешь. Да нет, ну что вы, конечно, только вперед, у нас очень много задумок, у нас в этом году пройдет республиканский конкурс «Лучший по профессии учета газа», у нас большая ремонтная кампания предстоит. У нас не получается, только вперед на самом деле. А насколько важно поддерживать вот такую высокую планку? Все-таки, ну, присвоение такого звания является, наверное, большой ответственностью. Ну, об этом не задумываешься. Если бы ее не было, ответственность от этого бы меньше не стала. Но работать, конечно, будет. Работа будет сложная, будем нацелены на новые результаты. Поверьте. У нас в газовом хозяйстве не застояться невозможно. Если мы что-то где-то упустим, конечно, это будет плохо. И передовые технологии, которые сейчас все больше и больше появляются, вы видите на рынке, за ними надо следить.
и применять их в нашем, в нашей работе, в нашей вот непосредственно УП «Витебскоблгаз». Действительно, вы правильно сказали, что нужно очень внимательно, особенно в такой сфере, как газ, да, работа с газом, ко всему относиться. Но давайте, может быть, сейчас нашим телезрителям, простым пользователям, просто напомним, что газ, он безопасен, он удобен, но если... Если соблюдать правила пользования газом в быту, выключать газовые плиты, конфорки, то есть при запахе газа обязательно звонить 104, бережно относиться к газоиспользующему оборудованию, выполнять все нормы, прописные истины, которые уже годами, даже в школе детям говорят о безопасности. То есть комфорт прежде всего будет тогда, когда бережно пользоваться газом. Василий Петрович, наше время подходит к концу. У меня вот последняя такая просьба к вам. Пожелание коллегам, может быть, да и всем жителям Витебской области, которые трудятся на благо родного региона, вот что нужно сделать для того, чтобы заслужить уважение коллег и добиться успеха в своей работе? Пожелание какое? Трудиться на благо предприятия, на благо нашей области. Тебя заметят, и, может, кто-то в следующем году тоже будет в вашей студии сидеть и рассказывать. Кто-то точно будет. Да, кто-то будет. Но, честно говоря, я считаю, что только труд, добросовестный труд, может позволить добиться хороших результатов. Василий Петрович, мы еще раз поздравляем вас с присвоением высокого звания «Человек года Витебщины 2023». Спасибо за то, что пришли к нам в гости. Ну а прямо сейчас посмотрим рубрику «Строкатые патерки». И после нее вас ждет еще музыкальный номер. Так что оставайтесь с нами. Привитание, сябры. Весна не только пора квітнеючих садов, теплого сонника и птушиных спевов, а еще и непредказального надворья, нечаканных морозов, первых навальниц и дождей. Тому у подарунок вам новое слово «жужель». Як думаете, это что? Ти хто? Это что? Раскрываю таємницу. Жужель – это жидкая грязь. Дивно, такое пригожее веселое слово, а опинулося гразью. Ну, до речи, для деток гразь, як и лужины, это завжди весело, и яны завжди их вабять. Вось только батькам потом мало радости. Але як поглядеть? Откладите вы уже свои дорослые справы и идите разом с детками, да потопчитеся весело у жужелю. До встречи, сябры, и доброго настрою каждый день. В эфире «Вечерний Витебск». Прямо сейчас в нашей студии выступит Марина Барановская. Мы же с вами прощаемся, увидимся на том же самом месте в то же самое время. Еще раз убедились в том, что если любишь свою профессию, то добиваешься просто небывалых высот. На сегодня это все. Желаем не скучного вечера и прямо сейчас музыкальный номер. Пока.